Это очень здорово, что вы в Хелис. Потому что вот есть среди нас люди, которые занимаются аквариумными рыбками. Есть такие? Замечательно. Какая одна из самых таких популярных аквариумных рыбок? Маленькие акулы, да, которые плавают в аквариуме. Но вот что примечательно. Когда вот эту маленькую акулу выпускают в море или океан, она начинает расти. И она достигает своих обычных размеров. Она становится большой рыбой, огромной рыбой. На самом деле я говорю о каждом из нас, о каждом из вас. Мы все считали себя, считаем очень часто маленьким каким-то человеком, там, сереньким, маленькой рыбешкой. Мы сегодня с вами попали в Хеликс. И для нас Хеликс — это огромный океан, где мы становимся большими акулами. Здесь для этого есть все возможности. И я бы очень хотел, чтобы каждый из вас, каждый день, для того, чтобы расти вот как та акула и становиться лидером, становиться личностью, каждый день повторял внутри себя, а еще лучше перед зеркалом, простые три фразы. Запишите их, пожалуйста. Первое. Я себе нравлюсь. Вы можете запомнить, конечно, но это сложно для начала. Я себе нравлюсь. Вторая фраза. Я собой доволен. И третья фраза. Я люблю себя. И вот тогда вы становитесь вот этой большой, огромной акулой. Вы становитесь лидером. Лидер – это человек, на котором заканчиваются все проблемы. Вот представляете? И в нашем бизнесе мы очень часто начинаем с этих ставок, если понимать, лидер я или нет. Потому что люди обращаются с вопросами, с просьбами и так далее. И если я действительно готов эти вопросы решить эти проблемы, то тогда я становлюсь лидером. Поэтому старайтесь решить все проблемы, с которыми к вам обращаются ваши партнеры, ваши дистрибьюторы. Еще очень правильная фраза. Лидер – это человек, который дарит другим мечту. И способен довести людей до того, чтобы они эту мечту воплотили. Вам нужно научиться заражать людей своей мечтой. И тогда вы можете вести за собой. Да, действительно, как бы главное качество лидера – он ведет за собой людей. Лидер – это некий стержень, вокруг которого все вращается. И люди, и возможности, и деньги. И вам нужно стать таким человеком, вот стержнем. Да, вам будут рассказывать много историй о том, что такое Хеликс, о том, что такое инвестиции и так далее, и так далее. Но если вы стержень, вам все равно, что будут рассказывать. Пусть это все крутится вокруг вас, но вы как стержень остаетесь на месте. И очень важно, чтобы вы вот внутреннее ощущение лидерства внесли по жизни. И тогда люди тоже начнут понимать, что это лидер. Они вам могут что-то говорить, они вас могут куда-то склонять, но у них, скорее всего, ничего не получится, потому что вы лидер. Вы обладаете неким устойчивым стержнем, который ничто не может сместить. И вокруг этого стержня все вращается. И, конечно же, лидер – это человек, который верит в то дело, которым он занимается. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас, ну, просто на 1000% верил в Хеликс. Хеликс не нуждается в том, чтобы доказывать, что это серьезная компания. Она просто делает свое дело, она идет своим путем. Она позволяет нам с вами стать богатыми, успешными, помогает большому количеству людей изменить жизнь, и это очень важно. Мы с вами в правильном месте, в нужное время. Мы с вами в лучшей компании.